Прежде чем я начну, мы хотим рассказать вам о еще одной волшебной истории, после которой нельзя не поверить чудо. В Париже живет замечательный автор Жорж Александр Ваган. Он написал сказку о мальчике, который утратил веру в Рождество, но вернул ее благодаря потрясающим событиям. Больше всего мне понравился образ святого Николая и вообще атмосфера рождественской Франции, невыдуманные диалоги и приключения. Это очень интересная и семейная книга. Причем рассказ – тетралогия, и мы видим главного героя от его 11 лет до 55. Книга называется «Поль Мартан и волшебная лупа». Прямо сейчас выходит ее продолжение, и представьте, все места в ней реальны. Школы, улицы, парки. Когда карантин закончится, с ней можно будет гулять по Парижу. А пока хотя бы перенестись туда мысленно. И чтобы это сделать, переходите по ссылке в описании. Тем более, скоро Новый год, и эта книжка станет отличным подарком.